34-м году. А там люди есть? Да. Поднимай на состав. Поднимаю. Начальника поднял. Так всех, всех, весь офицерский состав, офицерский корпус поднимай. Леонид Алексеевич. Да. Алло, 3-й, 3-й и 4-й блок горит крыша в результате аварии и взрыва. Убери его, давай. Так уже подтвердили? Не подтвердили, авария там произошла у них. Это диспетчер 3-й сказала. Пожарная охрана. Алло, Иванков. Да-да. Значит, вы выезжаете в 3-й? Алло. Да-да, я слышу. На атомную станцию выезжаете. Там 3-й, 4-й блок горит крыша. Алло, Полесская? Да-да. Вы, значит, выезжаете на атомную станцию, там горит крыша 3-го, 4-го блока. Внимание! Внимание, внимание! Внимание, внимание! Внимание, внимание! Уважаемые товарищи! Городской совет народных депутатов сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. Партийными и советскими органами, воинскими частями принимаются необходимые меры. Однако, с целью обеспечения полной безопасности людей и в первую очередь детей возникает необходимость провести временную эвакуацию жителей города в пункты Киевской области. Для этого каждому жилому дому сегодня, 27 апреля, начиная с 14.00 часов, будут поданы автобусы в сопровождении работников милиции и представителей горисполкома. Рекомендуется с собой взять документы, крайне необходимые вещи, а также, на первый случай, продукты питания. Руководителями предприятий и учреждений определен круг работников, которые остаются на месте для обеспечения нормального функционирования города. Все жилые дома на период эвакуации будут заняться работниками милиции. Товарищи, временно оставляя свое жилье, не забудьте, пожалуйста, закрыть окна, выключить электрические и газовые приборы, перекрыть водопроводные краны. Просим соблюдать спокойствие, организованность и порядок при проведении временной эвакуации.